Ограничения на вывоз сахара за пределы страны могут привести к стабилизации роста цен на внутреннем рынке. Об этом телеканалу РБК Уфа сообщил министр торговли и услуг Башкортостана Алексей Гусев. Напомню, что с инициативой ввести механизм демпферного регулирования экспорта сахара вплоть до полного запрета на его вывоз ранее выступил Совет Федерации. Такие меры предполагается сохранить до стабилизации цен в стране на уровне 36 рублей за 1 килограмм с НДС не только для индивидуальных, но и для промышленных потребителей. О сахаре белом нужно понимать, что это в первую очередь биржевой товар. И, конечно же, цены внутри страны очень сильно зависят от цен на внешних рынках. Те меры по ограничению экспорта, которые сегодня активно обсуждаются, они поспособствуют стабилизации роста цен на данный вид продукции, но при этом могут повлиять на то, что многие производители прекратят отгрузку сахара в ритейл. Мы видим, что наши производители, они ограничивают и даже в некоторых случаях прекращают поставки продуктовой сети по фиксированным ценам, которые у нас определены соглашением. То есть у нас приходная цена в наших продуктовых магазинах, она дороже, чем фиксированная цена максимальная, которая должна быть на полках. И наши продуктовые компании, они несут убытки. В Министерстве сельского хозяйства республики отметили, что возможные ограничения на экспорт сахара в ближайшее время не повлияют на его производство в регионе. Кроме того, сохранятся планы по увеличению посевов и переработке сахарной свеклы. Конечно же, в первую очередь эта ситуация повлияет на внутренние цены на территории Российской Федерации, ну, естественно, Республики Башкортостан, то есть цены будут снижены. Мы эту ситуацию наблюдаем уже сейчас по таким направлениям, как пшеница и продовольственная, фуражная, ячмень, кукуруза, то есть все те зерновые группы, которые сейчас находятся под определенными ограничениями на вывоз за пределы Российской Федерации, они показали снижение. Напомню, в России цены на сахар до 1 апреля зафиксированы соглашением между поставщиками и ритейлерами. Оптовая цена не должна превышать 36 рублей, розничная – 46 рублей за килограмм.